Всем привет, дорогие друзья, также подписчики канала Зимон. И сегодня у нас третий выпуск 60 секунд. Летают летающие тарелки. Итак, поехали, new game. Играем на апокалипсис мод. Begin Adventure. Итак, никаких тактик я пока не нашел, так что просто играем. Так. Осматриваем все, что есть. Фонарик нужен. Вот первым, что мы сейчас захватим, это... Вот эти три вещи. Поехали. Нет, начнем вот с этого. С этой вещи начнем. Так. Я готов. Поехали. Поехали, берем. Берем, берем. Несем в убежище быстро. Аптечка. Вода. Вода. Семья. Карта. Мальчик. Шахматы. Блять, быстрей. Радио. Мать. Я не взял совершенно воды и поесть. Самое главное это поесть и вода. Вода, вода, вода. Еще одну ходку успею. Топор. Топор, топор, топор. Вода, главная вода. Главная вода, мать вашу. Все, больше ничего не успею взять. Итак, дорогие друзья, день первый. Что мы имеем? 5 бутылок воды. 3 консервы, противогаз, аптечка, карта, ружье, радио, фонарик, топор. Я забыл сестренку. Черт. Ладно, хорошо. Забыли сестру. Напишу так серию. Почти все из нас спустились вовремя. Там сейчас нечего делать. Но нужно начать подготавливать банки. Да, банок у нас нет. Сегодня чуть побыстрее будем играть. Так. Окей. День два. Ой, так. Давайте просто оставим все эти вопросы надумать о настоящем. Наше радио вещало тишину. Хорошо. Хочу кое-что заметить, дорогие друзья. Смотрите, на карте появилось... А... Можно ставить какие-то метки. Что эти метки, дорогие друзья, обозначают, я пока не знаю. Ну ладно. Так, ну все прошло не так гладко. А, радио сломалось, этого я даже не заметил. Так. Всем попить и поесть. Экспедицию собираем. Посмотрим еще раз, что у нас там. Сейчас самое главное, что хорошо ходки делать, я так понял, что радиации, конечно, много, но нет совершенно бандитов, потому что, ну, они еще не успели за 4 дня собраться все кучами. Так, все хорошо. Пойдет наружу. Батя. И надеюсь, он нам принесет много консервов. День пятый. Так. Хоть Тимми не похож на сильного мальчика, но выглядит он прекрасно. Ну, молодец, парень. Так, сегодня постараемся выжить больше, чем в прошлый раз. В прошлый раз мы выжили 80 дней. Таракан появился, сейчас мы его грохнем. Так, на день шестой надо бы всех покормить. Таракан. Таракана надо грохнуть, дорогие друзья. День седьмой. Если что, не забывайте про ачивки. Сладкие воспоминания — это все, что у нас осталось. Мы должны быть готовы к суровой реальности. Окей. День восьмой. Может быть, удалиться в мысли не слишком плохо. Мы, вероятно, заведем новых друзей, познакомимся с новыми людьми. То есть при условии, что кто-то еще жив.
Папа вернулся. Чё принёс? Так. Извиняюсь, дорогие друзья. Обратно вернём. Так. Вот так вот. Плюс один суп. Плюс две банки воды. Книжка. Хорошо, соберем поход. И переходим на 10-й день. Так. Кормить пока никого не будем. Пойдет мальчик. Самое главное, надо запасаться всем, пока не пришли бандиты. Самое основное. Так. Опа. Мам постоянно откидывается. Какая-то очень херовая серия получается. Может, даже пересниму. Но, наверное, нет. Мам постоянно... Постоянно откидывается. Она... Я не понимаю. Она вообще не может выдержать. О нет, папа заболел. Но у нас есть аптечка, в принципе. Так. Аптечка у нас есть. Накормим аптечкой. Сегодня мы проснулись и почувствовали себя не совсем уютно. У нас ощущение, что кто-то следит за нами. Давайте попробуем использовать ружье, потому что топор еще понадобится нам. Топор не хочу вообще использовать. Так. Хорошо. Грызуны. Надо их убить. Так, минус винтовка. Пить и есть даем. Мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом. В общем, ничего интересного пока нет. Сегодня очень лайтовый выпуск, потому что у меня очень сейчас мало времени записать. Но, чтобы вы почувствовали, что серия выходит, так что я запишу. Вернулся мальчик, остались только одни пацаны. Да, он заболел. Две воды, я так понимаю. Все. Так. Никого мы не можем отправить на поверхность. Группа людей одета в зеленые пижамы. Да, я думаю, их пустить можно, но я не знаю, чем это закончится. Надеюсь, чем-то хорошим. И... Все живые. Радио нам дали. Так, чё-чё-чё? Когда мы спросили, где они его взяли, они ответили 1%. Итак, продолжаем. Так, мы очень мало знаем, что наверху. Включим радио. Так. Слабый сигнал. Долго мы не протянем в этот раз. Так. Тимми должен съесть что-нибудь. Кто-то очень сильно постучал в люк. Откроем, откроем, откроем. О, нет. О, черт. Мы получили ушибы. Включим радио. Так, мы знали, правительство Непала. Так. Дадим поесть. Хорошо, отца отправим за приключениями на жопу. Так. Еще раз всех покормим, чтобы состояние получше было. Отца отправим наружу. Ушел он. День 24. Тиму совсем плохо. Такое чувство, что у него ветрянка.
Так. Возьмем фонариком, все сделаем. Что там, не знаю, я не прочитал даже. День 25 мне показал, что конец. Но нет, мы даже месяц, я думаю, не проживем. Так, мы потеряли радио. День 26. Так. Ага, попробуем выяснить топором. Сила. О, нет, надо было не топором. Конец. А, все ясно. Так. Что здесь не жило и не делало звуки, оно сбежало. В общем, мы проиграли. Конец. Тимми ушел. Тед так и не вернулся. Ребята, очень херовый, я знаю, выпуск, но я думаю, вам понравилось все равно. Ну, как бы нас изгнали. В общем, да. Все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.